Два часа общения, более 10 вопросов. Губернатор Магаданской области Сергей Носов встретился с представителями региональных и федеральных средств массовой информации. Участниками встречи стали представители телекомпаний, печатных и электронных СМИ. В центре внимания вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов, эпидемиологическая обстановка, зарплата. Мы не режем ни зарплату, более того, мы собираемся ее увеличивать. У нас растет зарплата в целом в регионе, во всяком случае, по статистике. Значит, может быть, если кто-то еще не почувствовал, значит, ну, почувствует в ближайшее время, потому что вы знаете, что зарплата бюджетников, значит, те, кто попадает под указ президента, она напрямую завязана с зарплатой в средней зарплаты в промышленности. И здесь динамика хорошая. У нас, по данным Росстата, только реальная зарплата за первый квартал увеличилась на 7%. 107% к аналогичному периоду прошлого года. Полную версию общения главы региона с журналистами смотрите сегодня сразу после программы «Магаданское время» в 20:15 в эфире телеканала МТК-Видео.